Привет-привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-Навигатор с вами. Сегодня мы с вами поговорим о консоли браузера, о конструкции консоли Log и документ Write. Продолжаем наши замечательные уроки по JavaScript. Итак, поехали. Откроем нашу любимую папочку, да, под названием JSLS и откроем ее в Visual Studio Code. Вот. Да, здесь у нас остался наш сплит. Пускай он так остается. Давайте JavaScript-овую часть почистим. Код с предыдущего урока нам сейчас не пригодится. Итак, незаменимым инструментом при работе с JavaScript является консоль браузера, которая позволяет производить отладку приложения. Во многих современных браузерах есть подобная консоль. Например, чтобы открыть консоль в Chrome, давайте откроем приватную вкладку, да. Вот. Дополнительные инструменты и инструменты разработчика. И у нас здесь открывается наша консоль. Также в любом браузере консоль разработчика можно открыть по нажатию на клавишу F12. Вот. Ну, что касается Chrome, в Edge также, да, ну, на примере мы дальше посмотрим. Вот. Продолжаем. Ну, после этого, да, как я вам показал, внизу браузера открывается наша консоль. Итак, мы можем напрямую вводить в консоль браузера выражения JavaScript, и они будут выполняться. Ну, вы можете напечатать там alert, привет, мир, и оно все выполнится. Ну, давайте. Вот, в этой консольке напишем, допустим, alert. Ай, да, я нубяр. И, собственно, да, отработало. Замечательно. Закроем Chrome. Вот. Браузер, да, выполняет данную команду и отображает нам окно сообщения. Для вывода различного рода информации в консоли браузера используется специальная функция console.log. Например, ну, давайте определим следующую веб-страницу. У нас, да, веб-страница определена, и давайте здесь в области, в нашем JS-файлике, давайте напишем, допустим, ключевое слово, да, которое мы изучили, var, то есть variable, да, а равняется 5 плюс 5. В общем, мы что-то посчитали, да, и давайте, например, сейчас, одну секундочку. Итак, и напишем теперь, да, консоли и метод log. И давайте выведем, наверное, какую-то строку. Напишем результат. И выведем консоли log и выведем нашу переменную a. Сохраним и давайте откроем наш индекс файлик в нашем браузере Edge. Да, как мы видим, сейчас пустая страничка отображается, ну потому что в теле HTML мы ничего не выводили. Ну а по нажатию на F12 вот наша консоль. Вот, да. Результат 10. Давайте Ctrl F5. Вот, да. Результат. И
10. Все замечательно вывелось. Также мы можем открыть с помощью Chrome, посмотреть, как это отображается в Chrome. Да, мы видим, да, ничего не отображается. И в консоли браузера у нас отображается наш результат 10. Все замечательно, да? А давайте теперь далее рассмотрим функцию DocumentWrite. Итак, метод DocumentWrite. Также на начальном этапе нам может быть полезен данный метод, который пишет информацию на веб-страницу. Но давайте то же самое напишем наш документ WRITE. Да? Документ WRITE. И давайте скопируем. И, в принципе, выведем то же самое, но, скажем так, в тело нашего HTML документа. Сохраняем. И в Chrome у нас есть страничка. Обновим, да? Результат 10. Мы видим, да, в консоль вывелось и на наш HTML документ. Ну, программа вывела результат, и, в принципе, на этом это все, что я хотел рассказать вам о консоли Log и о документ WRITE. Надеюсь, данный ролик был вам полезен, дорогие друзья. И в следующем уроке мы с вами рассмотрим уже, перейдем к более подробному рассмотрению основ JavaScript, поговорим о переменных и, возможно, успеем поговорить о типах данных. Надеюсь, ролик был полезен. Ставьте ролику лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал. Как всегда, пишите ваши интересные и веселые, а самое главное, грамотные комментарии. Вот, как всегда, Twitter и Telegram, ссылочки в описании. Подписывайтесь, будет много всего интересного. Ну все, затянул. До новых встреч. Пока-пока.